167 серия, Мурманск, Магадан, трасса Лена, 16-й день движения. На участке ни одного населенного пункта по карте я не увидел, то есть дорога совершенно пустынная. Серия закончится на границе города Тында. Смотрим. Мегафон связи нет. Даже не заикаюсь. Стояночка, туалет холодный.
сути, по телевизору показывали видео о том, как укладывают асфальт в Якутии на трассе Лена, 100-километровый участок. Это на трассе Лена. Это в Якутии. А сейчас я что-то не помню, что проезжал границу Якутии и Хабаровского края. Возможно, этот участок они снимали видео, репортаж. Как раз была заснята эта полоса, по которой едем.
так, уже два участка было гравийных.
проверить, как идет съемка на боковой видеорегистратор. Не знаю, как говорится, вскрытие покажет на привале. На привале остановлюсь, посмотрю. Конечно, там, где по гравийке, там дрожание будет сильное. Хотя и установлен режим антидрожания, но... Антидрожание или антивибрация, как...
дорога с переменным успехом. Так, ну вот город Тында.